Всем привет из эпицентра коронавируса Нью-Йорка. Улицы пустые, никого нет, все сидят дома. Ну или в больнице лежат. Да нет, шутка, конечно, просто дождик был, и люди, видимо, немножко разошлись. Ну что, вот я и в Нью-Йорке, встречая Америку. Сейчас будем разбираться, как доехать на Манхэттен. Вон он, поезд. Нам куда-то сюда надо. Всем привет! Настало утро второго дня, уже 8 часов по местному времени, и я иду на прогулку. Здесь уже начинается Центральный парк. Утром в Нью-Йоркском парке, как оказывается, достаточно спокойно. Ну, есть всякие бегуны, люди типа занимающиеся спортом, собачники. Выгуливает собака.
но в целом тишина и спокойствие. Правда, я нахожусь сейчас на северной части парка, то есть как бы на окраине, поэтому иду в сторону юга, к основной части Манхэттена. Посмотрим, что там. Прям хорошая погода была, 20 на улице, все раздетые ходят, а сегодня с утра прохладно, и днем вроде плюс 17. Здесь есть места, где можно ездить на велосипедах, сутерах, всевозможных колесных устройствах, а есть места, где просто гуляешь. Я вот пошел по такой дороге.
Ну, ребятки, я шатался. Ой, сяду на скамеечку. Уже 7 часов хожу. Ну, конечно, с установками снимаю. Устал. Ну что, отдохнули и пошли дальше. Еще почти половина парка впереди. Пошел дождь. Плохо.
Один я иду по этой дороге, не бегу. Все куда-то бегут. Даже с собаками бегут. Я обошел весь центральный парк Нью-Йорка. Уже 7 час вечера. Скоро будет темнеть. Вот она, башня Всемирного торгового центра.
Вот вам Бруклинский мост видно отсюда. И сейчас будет весь Манхэттен видно. Я вернулся обратно на Манхэттен, туда обратно на паром съездил, все увидел и вполне бесплатно оказалось, достаточно быстро. Сейчас попробую дойти до Бруклинского моста. Уже начинает темнеть потихонечку. Я думаю, надо выдвинуться в сторону метро. Доехать. Не знаю, что хочется поснимать. Как минимум сделаю несколько красивых. Thank you.
Ну что, я покидаю Times Square, иду в сторону отеля. Хороший выдался денек сегодня. Доброго времени суток всем. Я нахожусь в Нью-Йорке, в Центральном парке. Солнечный день сегодня. Я хочу пойти на остров Рузвельт. А доберусь я туда на линии метро, на канатной линии метро, которая входит в Манхэттен. Ну что, пойдемте осматривать Нью-Йорк дальше. А так выглядит Нью-Йоркский зоопарк. Но, как мы помним, зверей из Мадагаскара здесь уже нет. Вот
там наверху находятся кабинки. Это обычная станция линии метро. Сейчас пойду туда, чтобы переправиться на остров Рубль.
такой он остров Рузвельта. Красивая природа и хороший вид на небоскребы Нью-Йорка. Пока.